Так, сниму вам пятую палубу обзор. Вин у нас. Здесь еще один ресторан. Это как раз наш ресторан, где мы вечером. А и это является также основным рестораном, где проходят завтраки, обеды. Вы тоже можете приходить в ресторан в определенное время, завтрак, обед. И на ужин, прямо на карте у нас написано время, номер столика. Вот такие вот прекрасные здесь блюда. Действительно, они того стоят. Мы заходим в наш ресторан. Good evening. Идем вдоль всего ресторана. Good evening. И вот это наш самый большой стол с такой офигенной люстрой. Чей? Чей? Наш. Ты сел на мое место центральное. Да, здесь ресторан, здесь обслуживание, идет официант. Время, конечно, тратится больше, чем вы потратите в буфете. Но в буфете вы не найдете таких блюд. Поэтому, конечно же, рекомендую посещение. Экраны, экраны, везде экраны. И по умолчанию они включаются в карту лайнера. На карте, сейчас я увеличу. На карте всегда, вот, обратите внимание, что такое карта. Вот она, карта выглядит таким образом. Где вы находитесь? Видите? Вот где вы находитесь в горизонтальном, вертикальном отношении. Полностью все описано, где, что, куда тебе нужно. Ты можешь, в принципе, даже ввести наименование, куда тебе нужно. И все, и он тебе путь проводит, иди туда, сюда, на. Вот. У нас тут китайский, английский, русского, к сожалению, пока нет. Ну ничего. Уже на русском нас уже все чаще тут и здороваются, и разговаривают. Поэтому программки эти есть на русском. Поэтому все супер. Само собой, да. Тур круиз. Это вот зона как раз экскурсий. Пятый этаж, он небольшой будет. Экскурсии, ресепшн, оплаты здесь. Маленькое лобби, в котором как раз вот фортепиано поют. Лестницы Сваровски, по которым девочки пищи выются. Красиво, очень все воодушевленно, интересно. Конечно же, везде бары. Алкоголь на лайнере платный, но это не значит, что он там бешеные какие-то деньги стоит. Ну, бокал вина, да, хорошего вина. Хорошего? Ну, пино гриджо, пьянки. 5 евро бокал. Бокал пива, ну, тоже там 5-6 евро, пол-литра пива. Ну, максимилиансы у нас в Уфе, я просто по Уфе сравниваю, максимилиансы у нас примерно такие же цены. И здесь же у нас выход сразу в коридор, и здесь же идут сразу каюты. Опять же, около каждого коридора висят такие карты. Вот так. Это обзор у нас пятой палубы. Ресепшн. Конечно же, на ресепшн работают русскоязычные. Вот человек сейчас хотел. Оплачивает свой счет. Подходит по карточке, все. Оплачивает, бронирует еще что-то. Можно наличка, можно по карте. Все. Самая короткая палуба.